Хорошо, Инесса, расскажите нам, пожалуйста, еще вот про ритуалы, например, связанные с черной магией, которые лучше никогда не делать. Ну, все ритуалы черной магии, они подразумевают, то есть делаются в основном на чем? На мумии человека, то есть это касается что крови, мочи, там, извините за выражение, спермы, то есть ногтях, волосах, то есть таким образом. Все вот это, как бы, это желательно, конечно, не делать, потому что и, то есть сейчас очень много всякой литературы, которая, ну, литература, интернет перенасыщен всем вот этим, то есть в основном это очень интересно молодым девчонкам или разбитым сердцем, там, женщинам, мужчинам. Ну, естественно, и они пытаются вот именно как просто навредить, ну, сделать какую-то пакость, какую-то зло. То есть с их помыслами, да, имея вот это все, то есть как бы человеческое, да, что я говорила, ну и направляя на плохое. Вот это идет вот именно как черная магия. Именно черная магия, ее бояться не надо. Все зависит только от того, что человек задумал сам. Поэтому желательно, конечно, никаких ритуалов вот именно делать они не нужно, то есть и пакости не нужно, потому что результат потом будет плачевный и чреватый. Ну, конечно, пакостить это всегда нехорошо, это, естественно, негатив и карма, и тьма. Мы же говорим с вами о свете, о позитиве, о помощи людям.